вот этот закон, принятый недавно Думой, об ужесточении наказания за причинение боли, страдания животным, приводящих их к гибели или увечьям. Угу. Как вам кажется, может тень попасть каким-то образом на цирки, на контактные зоопарки, где животные содержатся, ну, не всегда при идеальных условиях? Ну, на самом деле, деятельность зоопарка и цирка, она совсем разная, и мы не сотрудничаем ни при каких условиях, и мы не поддерживаем цирк с животными, потому что все тренинги и все для того, чтобы животное сделало какой-то пируэт или какой-то трюк, его нужно бить, снижать его самооценку и так далее. Нужно обязательно чипировать животных, чтобы же, когда человек заводил животное, обязательно стоял чип и было указано, кто его завел, фамилия, имя, отчество, полностью всю семью. И если такие случаи случаются часто, когда мне звонят и отказываются, например, от каракалов. Вот какие были самые странные, необычные? Лемуры звонят, лемуры, черепахи, различные змеи, вот коты дорогущие, потом кто еще? Львы, очень много львов, тигры, медведи, буры. Люди держат в квартирах у себя львов? Да, во дворах.